Hi System, Джо, добро пожаловать в прохождение игры Far Cry 1. Да. Чё мне так игра орёт сильно? Подождите. Всё. Давайте начнём, меня просто спросили. Так, давайте это сделаем. Стандарт. Поспросили пройти. Я сказал, ну я был не против, как бы. Я никогда не проходил эту игру. Я постоянно длительность прохождения. То есть я сами прохождения не смотрел. Но смотрел, сколько времени их проходят. И я почитал время примерно, ну, такое среднее прохождение. Как я понял, среднее, потому что есть, так посмотри, там было. Вот. То есть у меня уйдет примерно 5 серий. Это 5-6 серий на это прохождение. Что тут происходит? What the fuck is that? Что тут происходит? What the fuck? Что тут происходит? Окей, что тут произошло, я так не понял, если правда. Что тут происходило, вообще ничего не понятно. Непонятно. И насколько долгие тут загрузки у нас? Ну, наконец-то, народ. Я прошло где-то около 8 минут. Эта загрузка, она чуть не самая долгая, которая за всю мою жизнь всех в играх. Даже игра 2002 года так долго загружается, как эта игра. Ты меня так не пугай. Так. Что? Может, ты начнешь ходить? Эй. Чего? У меня русская раскладка была. По умолчанию. Чё с игрой не так? Лол. Всё. Здесь вокруг сварщи мышки. Да-да. Окей. Так, нужно выбираться отсюда. Да, это тоже так кажется. И где мы, интересно, в каком дыре находимся? Control. На shift у нас бег точно. Чтобы лечь. Кнопка перехода, тут статья буква В, да, там было написано.
Окей. Угу, окей. Хорошо. Ё-моё. Слышь, тупица, смотри в оба и ищи придурка в красной гавайской рубахе. Заметишь его, зови меня, ясно выражаюсь. Есть, есть, сэр. Свободен. Какашкова. Эй, кто там? А, вот это шкала. Понял. Шкала. Действие. Да ё, чё с управлением? Ну и вот зелененько будем бегать. Действие. Ничего себе, телефончик. Ну, для начала, как насчет того, что я тебя не сдал? В этот приемник встроен биосканер. А это значит, что я знаю, где ты сейчас. И мог бы тебя заложить. Логично. И что же? Тебе нужно уходить оттуда и поскорее. Я помогу тебе в меру своих сил, но у тебя мало времени. Тут есть проход, ведущий в небольшой. Окей. Но будь осторожен. Местность кишит наемниками. Это я уже понял. Да, кстати, я Джек Карвер. Ну и Джек, я понял. Так. Окей. Это буква R, да? Как я понял, перезарядка это буква R. Да. Ну смотри, даже перезарядки тут нет. Дочек, вот это Caps Lock сделал. По моим сведениям, ты в красной рубашке. Советую прикрыть ее бронежилетом, иначе тебя быстро засекут. А ничего, что я себя в желтый, или точнее в зеленый? Ё-моё, что-то с управлением не так. Чувствительность мыши немножко уменьшили. Ладно, немножко. А что мне делать? Какая моя цель? Не высовывайся и не обнаруживай себя. Не стоит привлекать внимание охраны. Ты слышал? Ты слышишь? Мне просто нервы пошаливают. А как не топать? Лол, то хард. Иди. Мне просто нервы пошаливают. Просто как-то двери скрипят сильно. А как мне не палиться тогда?
Что это было? Ё-парасота. Тебе голову в том здании находится, патроны? А, плевать, ерунда какая. Стрёмно. Тут нету это... Типа точки туда тебе надо идти, знаете? Ты ничего там не видишь? Ё-моё. Что бы там ни было, плевать. А как не шагать-то? Укрыться shift. Окей. А как мне это сделать? Наклон направо налево. Нам 9. Нам 7 есть. Да, включу, проверим. Ты слышишь? Взять его! Подбери патроны. Куда он делся? Как укрыться-то, я не знаю, ё-моё. Есть вариант, конечно, всех завалить. Что произошло? Ёрта изи. Ё-парас, это меня опять... У меня что-то игра приседает. Изи. Вообще фул хп еще. Джек, я сумел соединить передатчик с твоим компасом. Теперь я смогу передавать тебе координаты цели. Это даст тебе возможность выбрать правильное направление. Вот, все, наконец-то хоть стрелка есть, куда идти. Туда? Пошлите, ну а потом посмотрите, что с игрой. А как мне открыть это? Ё-моё, сложно. Так. Чё лагает? Ну ладно, ленивый.
Что теперь? Окей. Какова моя цель теперь? Вау. Как выйти? Ё-моё, я прокакал тап. Ё-моё, сложно. Сложно управление тут настроить его. Так. Нет. Позицию. Сообщение, игра. А, бой. Ну чё, я, по крайней мере, немножко настроил эту всю тему. Попытайся захватить одну из машин и отправляйся к вертолетной площадке на другом конце острова. Там ты можешь взять один из катеров и сбежать отсюда. То есть это наши или враги? Не могу понять, это наши или враги? Окей, побежали. То есть все-таки враги. Работаем скрытно. Смотрим на карту. Погнали. Куда мне ехать-то? Может мне дадите карту, там не знаю. Непонятно, куда тащиться. Ё-моё, можем мне вид поменять? О, намного лучше. Воу, what happened? Все машины рванули. Эй,
Кто? Кто меня так пулял? Так, ладно. Это сложная система. О, сейчас загрузка нормально пошла. Я понял, что меня стреляло. Погнали. Я вижу авианосец. Говори, как мне туда пробраться? Я был там всего один раз. Он запомнил, что у борту у него была пробоина. Думаю, через нее можно пробраться внутрь. Окей, посмотрим. Воздух где? Ё-моё, это потно. Ага, это синяя шкала. Ё-моё. Хардшит. Мне надо разобраться в нормальном управлении, потому что оно тут нереально. Мне, наверное, роскошная раскладка хорошо, была. Я вижу авианосец. Говори, как мне туда пробраться? Я был там всего один раз. Он запомнил, что в борту у него была пробоина. Думаю, через нее можно пробраться внутрь. Окей, посмотрим. Как хотите, чтобы я проплыл нормально? Что меня не спалили. That's gonna be hard shit. Так, то сейчас все нормально идет. Вон он, стреляйте в дыру. Нас тебя спалили или что? Hard, 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 very, very hard. Ну, загрузка теперь нормально. А то первый раз я 8 минут ждал, пока загрузится игра. Черт, пути назад нет. Джек, постарайся выбраться на верхнюю палубу. Там ты сможешь достать себе лодку. Как окажешься внутри, выясни, что стало с Вэл. Нам нужно узнать, куда ее отвели. Куда мне? Ага. То есть путь. Тут управление странно, у меня как будто сломалось это управление. Кро нам задницы поджарит. Отряд Альфа немедленно явиться на заправочную станцию. Повторяю, немедленно явиться на заправочную станцию. Как я типа в укрытие стать? Shift. Взять его, ублюдка! Та-та-та-та-рам. Ладно, единственный выход с их. Объявлена тревога. Немедленно докладывайте обо всем подозрительным старшему офицеру. Черт! Ты пожалеешь, что не стоп! Да ну! Сто хард! Вот реально! Очень сложно. Я даже не знаю, как скрытно тут ходить, чтобы меня не спалили, потому что меня слышат, как я топаю. Я хоть я иду вот именно в стелс-режим, меня все равно слышат. Кро нам задницы под... Ты видел? Станцию. Повторяю, немедленно явиться на заправочную станцию.
Окей. Я вообще не представляю, как тут играть правильно. Куда мне надо? Окей, мы, например, идем наверх. Хорошо. Допустим. Еще одна дверь. Что бы это могло быть? Как-то мне пробраться? Никак. What the fuck? Ты слышишь? I need to do. О, зашибись. Погнали. И другой путь. А, плевать, ерунда какая-нибудь. Что это было? Что, меня слышат или меня не слышат, мне так кажется? Что это было? Слышат они меня? Как мне скрываться от этого? Вот это я не понимаю просто. Да, плевать, кто там. Это он! Кто? Где? Я умер. Эй, кто там шляется? Ваншот. Нормально. Окей. Допустим, там еще один идет. Ничего себе, тут сквозь эти можно стрелять. Вот это да. Ха-ха. Не во всех играх так можно. Может, означает, когда мало полигонов. Круто. А если спрыгну? Я умру? P90, да. Так, все-таки может включить, это хорошо. Я пойду посмотрю еще с управлением потом для следующей части. В зоне замечен посторонний. Он среднего роста и телосложения. Одет в красную гавайскую рубашку. Он вооружен и опасен. Стрелять на поражение. Какая она мне зеленая? Таркоман. Обычный шум. Ух ты. Обычно шум. Тут достаточно хорошая стрельба. Если сравнить КС-1.6 и вот эту, тут достаточно... Очень даже хорошая стрельба. Я застрял. О, зашибись. Слушай, Джек, сюда можешь пойти. Позицию неприятеля, но металл блокирует сигналы. Тебе придется действовать самостоятельно. Отряд бета, подойдите на палубу 3. Отряд бета, подойдите на палубу 3. Что это было? Что ты слышал? Кто? Да, тут да, очень легкая стрельба. Что он там делает? Ё.
Пошлите сюда, что ли? То есть мне надо тут обязательно, да? Лежать, ну окей. Ух ты ж, ё-моё, это плотно. Еще только ты не знаешь, куда идти. Блин, успокоился. Ну, его сюда идти надо. Я не знаю. Инженерному и техническому составу начать проверку кабелей и генераторов. Все соединения должны быть проверены дважды. Угу. Ты нашел его? Нет, если только она не замаскировалась под одного из наемников. Так, мы уже тут. Ты будешь завидовать мёртвым. Ничего себе. Ё-моё. ХП! Нельзя. Что произошло? Лол. Что произошло? Ём, как мне против его-то играть, если он такой сильный? У меня здесь обчески, Кечки закончились. Теперь ты мой. То хард. То хард. Я даже не знаю, как тут скрытно работать все потом, потому что... Просто не знаю. На. Да ё-моё. Ублюдок! Чертовщина. А да, это они же наверху еще есть их. Уже не знаю, как... Тут смотрите, тут как реалистичность сделана. То есть мы не видим прям все. То есть мы не можем чуть-чуть высоко и чуть-чуть вниз спускать голову. Все. Готово. Тяго хилится.
Потому что у нас мало хп, и мы убили того чувака. Так, теперь у нас все нормально будет. Условно нельзя. Туда, походу, тоже нельзя. Это я меткий чувак. Слабенькие они какие-то все. Мне что-то померещилось. Она совершила нападение. Наверное, он ищет ту девчонку. Ага, все спалились. Я испугался. Всегда всех боялся. Я вообще этих противников боюсь в этих играх. На старых играх. А вот и она, походу, да? Или это он? Самой Вэлл здесь нет, но я нашел ее камеру. На кассете какой-то клоун по имени Кригер. High quality. Идеальное место для моей работы. Острова находятся в стороне от морских путей. И здесь, вдали от цивилизации, никто не помешает моей работе. Мне потребуется время, но будущее всего человечества зависит от успеха моей работы. Я осуществлю предначертанное. Дойл, они забрали Вэлла в какой-то чертов бункер. Где это, а? Я знаю это место, но оно хорошо охраняется. Садись в лодку, я тебя встречу. Хорошо. Окей, моя тактика теперь в этой игре — валить всех подряд. Ты ничего не заметил? Внимание всему персоналу. Не-а. Тихо. One dig. Куда мне тащиться-то? Мне на лодку, да, сесть? Код тревоги Дельта. Всем отрядам код Дельта. Тихо. Чё, меня всё, спалили? Окей. Понятно, что я буду в эту стрелять, я понял. Капец. Это будет невозможно, мне кажется. Вот эта часть уже будет очень сложная. Тот гон на бихард. Че, нас спалил уже? Да слезай ты! Радостью. Нет. Так, тихо. О, ничего себе, лоу. Тихо. Берём всё заново. Убежали ловить последнее. Ничего там не видишь? Ничего не вижу. Убираемся отсюда, летим чертям!
уже никого нету, да? Ну, еще один был. И он один так шмалял. Так, окей. Может, даже один так шмалял меня. Со всей дури так. На. Тихо. Мы потихонечку пройдем. Ты не скользи. На. Не надо. Пожалуйста. Только не прыгай туда. Ну все, тут никого нету. Ара, мне надо немножко разобраться с этой игрой, потому что она то лагает. То есть мне надо прыгнуть именно на нее? Окей. Окей, good job, Кирилл. Ну ё-моё. Да уж. Это ты отдал. Можешь так вот высоко прыгать? Нет, не можешь. И что мне теперь делать? Как мне пробираться обратно наверх? Могу запрыгнуть? Нет, не могу. Что, таким же путем обратно или перезагрузку делать? Или я могу ее, типа, знаете, пострелять в цепи, и она, типа, падает. Ну, тип реалистик. Щит. И далее. Ха, работает, лол. Ха-ха, фильмы, они такие. Где ты такое видел? И не раз. Окей. Это Кирец, народ, это реально Кирец. Вот бы посмотреть, что как управлением, как вот именно прикрываться, я не знаю, потому что мне палец сильно. И я топаю очень громко, что меня слышат. Там на Г можно было как-то камни еще кидать, если я помню правильно. Ну, как говорю, у меня управление сбито сильно. Надо перезагрузить игру, ну да, выключить, поставить английскую раскладку. У тебя не та наживка. Попробуй эту. Граната. Фредди, у тебя что, совсем крыша? Граната, наживка-то да, это круто. Да, это... Ты видел? Нет. Я не видел. А что, видеть надо было? Подожда, хожу, мне слышно. Ладно, народ, спасибо, что смотрели. Продолжим только следующую часть. Я сейчас разберусь с управлением и так далее. Далее. То есть сохраняться тут вручную никак? Ладно. То есть, народ, игра так... Ну, такая, достаточно прикольная, только мне надо мне разобраться именно с управлением. Именно за управление она мне неудобная и... Да. Поставлено все стандартно, как должно быть. И все. Ладно, народ. Буду проходить. Долгое прохождение тут не будет, потому что старые игры, они недолгие. Да, и... Хотя, что я выру, долгие они. Но это недолго, там 5 серий примерно будет.
Ну что ж, народ, спасибо, что смотрели, и всем-всем пока.